Пятый айфон, обычный, и замена дисплейного модуля. Одна из основных проблем этих телефонов при замене дисплея — это углы. То есть если произошел удар на какой-нибудь из угол и он согнутый, то потом новый модуль он просто не влазит, и поэтому приходится его новый модуль белый вот поэтому приходится его всяческими способами сгинать, а то и срезать. Поэтому мы в этом случае всегда предупреждаем клиента, что данный угол, какой-нибудь из данных углов, будет срезан, вот, иначе экран просто не сядет на свое место, как, к примеру, вот, у этого, у черного, вот, у него все в порядке, вот, все углы в норме, нет ничего согнутого, то есть с уверенностью можно сказать, что сюда новый дисплейный модуль ляжет без проблем. Давайте его заменим, и если будет необходимо, срежем какой-нибудь из углов. Может быть, и не придется. Стекло сильно разбитое, поэтому вот таким способом достаем дисплей без помощи присоски. Снимаем прижимной экран металлический, который держит, прижимает к плате разъемы дисплейного модуля. Держится тремя болтами разными. Давайте попробуем новый. Будьте аккуратны, разъемы очень тонкие. Не применяйте силу, не надо давить, если что-то не влазит. Вроде все работает. Давайте попробуем поменять его. Не надо полностью отключать телефон, достаточно выключить телефон с кнопки, чтобы погас свет. Сложного ничего нет здесь на пятой модели айфона. Все просто. Просто переносим недостающие детали на новый модуль. Я начинаю с кнопки Home. Аккуратно снимаем. Переставляем. Сразу попробуйте кнопку Home, чтобы был клик. Бывает такое, что она западает. Далее снимаем металлический экран. Не путайте болты, они разной длины.
верхний. Тут, в принципе, можно не снимать. Который крепит динамик к металлическому экрану. Снимаем шлейф. Пластиковая рамка. Резиновый уплотнитель можно не снимать, потому что на новом модуле у нас он есть. Вообще модули дисплейные бывают разные комплектации. Вот у меня в данный момент вот такой вот. Вот. Бывают уже в комплектации с кнопкой Home. Вот еще одна пластиковая рамка, которая держит датчик. Я покажу вам. Тоже обратите внимание, чтобы она была. Переставляем шлейф. Все в точности, как на снятом. Обращаю внимание, здесь вот этот кусочек шлейфа должен быть сверху металлического экрана. Ни в коем случае не снизу. Установили. Раскладывайте болты так, чтобы закрутить их потом в свое место. Не путайте. Давайте попробуем. Тачскрин, экран, шлейф передней камеры. Застегнули. Давайте сразу поставим защитный металлический экран. Вставляем верхнюю часть экрана, затем вот так вот с боков постепенно опускаем весь экран. Вот. Ну, к счастью, у нас все влезло, видите, все село на свое место. В тех случаях, если углы сильно согнуты, вот, могут быть и нижние углы согнуты, то приходится вот всяческими инструментами их отгибать, а то и отрезать. Вот, поэтому будьте внимательны. И перед тем, как заменить экран, всегда предупреждайте клиента, что угол поврежден и придется его отрезать, дабы не было потом проблем. Всем спасибо за внимание. Это была замена экрана 5-го айфона, 5-й модели дисплейного модуля. Я Дов. Всем удачного дня. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.